историях, сколько ты тогда заказывал в интернете, и я тебе это пришлю. Нормально тут устроился, да, из дома вышел, покидал. Да, к нам. 150. Сейчас, понимал, это пакет. Вымостки, все. Первая пошла. Ой, блин, извини, что в лоб не зарядил грузом. Оно идет, как этот, торпеда. Ты не поверишь, кого я свою. Судака? Да. Нет, щучка. Не пальпут вообще, ноль на массу. Рыба? Есть. И опять классика, да? Классика жанра. Ядрить, колотить, она вся в пиявках. Гля, вся спина. Просто красавцы. Бедная, блин. Это пиявки разве? Да. Да они безвредные, это же. Давай, стой, держи. Это не, это корм для этих рыбок. Говорит о том, что. Да. Это жоку не эту хуйню обожают. Нет, я говорю, корм для вот, да, дома. Эти, набери. Да не, это не мотель, это пиявки, четко. Рыбьи пиявки. Бери. Кого? Щуку. Так, надо ну. Новый пинер. С почином. Егерь, блин. Егерь, сходу увалил. Будешь смеяться, но она там не одна. Да, вот это вот. И что, прям на центряке взяла? Да. Ну и мы сейчас увалим. Дальше отойдем. Sentence Encore. Такое ощущение, у него такой передок тяжелый, короче. Ну вот прям туда. Такая вот палочка. Писал? Так нет, я сейчас записываю. Если бы еще заброс был, знаешь, такой шук. Нет, тут было бы прикольно, чтобы ты это записал, чтобы они не туда на ибис на сайт повесить. Жестяк. Не перешла, по-моему. Да, а что ты молчишь? Я хуй. Ну, блядь. Переноживим тебя. Вот это спиннинг, блядь. Вот это качество абсолюта. Ну вот по статистике поклевок больше там, в центре или по берегам? Слушай, я. Привычки вытаскиваю, пытаюсь параллельно корочам тягать. Я больше всего ловил, когда я на лодке. Да, ну ж повара по-разному бывает. Бывает, кидаешь с одной точки в одно место, обходишь. Под другим углом туда. Да, кидаешь, туда кидаешь, бабах есть. А что там? Там офсет нужен? Нет. Уже прикольно. Уже прикольно, да? Так, а что, его снимать, думай? Хочет. И веса побольше там надо? Ну да, там 10-9. 10 будет, 8-9, и, блядь, 10, и, блядь, охуенно это. Что, 2 грамма решит, что-то? Сюда, блядь, ебем, да?
меня спрашиваешь, я вообще не понимаю, куда мы едем, если честно. Нормально покурю. А? Нормально покурю, а то ветер за меня курил все время. Только что я тебя отвечаю, хотел это будет сказать. Сесть покурить. Смотри. Не уехала в речку. Я это делаю, у меня руки какой-то. Что там впереди еще бревно лежит? Рассказывай. Видел, куда я кинул? Сюда где-то надо кидать. Ты повесил сколько раз? 13. Ну, в принципе, на твоем шнуре сейчас будет бомбезно лететь. А куда ты валил? Туда? Вот на край деревьев. Можешь чуть правее. Угу. Как? Что за вообще везучий день сегодня, не пойму. Пулю открыл? Я только что то же самое. Нет, тут прикол в другом был. Пуля сама закрылась. Ну это же реакция. Замоталась вот тут вот. Вся вот внизу на бровке, она такая полукруга. Вся вот где-то вдоль. Как бы надо и вот тут простучать ближние бровки. И вот там дальше. Вот туда дальше надо пулять везде. И там еще есть один коряжничек, но там попадает. Да. Ну тут в основном если это, то... Ух ты какая! Нихуя себе! На сколько? Посмотри, как впилась. Ну тут обычно, Рома, если это, то так. Бабах. Да. Куда? Нормально. Так, ну бабах, давай. Сюда можно спиннинги и по 3 метра брать. Дальность заброса. А наводку мы вот там под проводами сотворили. Вот каждое дно какое-то подбивает. Ого! Что тут дергается, ёлы-палы. Камеру включили, да? Все включено. Ань, ты тяжелее. Ты не давай подбинуть. Я себе говорил, что вот эти пидорасики. Вот. Нормально. Четвертушечку спиннинга отработала река. Нормально. Пойдет. Ебаные котлеты. Что мне делать? Меня первый причинал. Так он придавил. Вообще не почувствовал поклевки. Он придавил. Придавил. Вот это слушай, вот это хуйня, то что я говорю. Так вот это же он и был. Вот это он тут вечером выходит. А на что взял пока? Да, а, Микадо. Сучка. Я вообще теорию поставил. Вампир. Попробуй, только какой-то здоровый и ядовитый. Слышишь? Есть у тебя теория? Так я теорию оставил. А у меня... А можешь баксы взять? У меня есть маленький бакс. Не, маленький куда? Да ну, мелкий. Ну, эх, рыбеха. Могу это? На микроджиг. Да, второй. Я можете поздравить второй судак. Так что я... Не, мы не то, что мы там прикалываемся. Я в том смысле, что нихуя себе. Зимой, блядь, когда судак типа вообще на джинс поснули. Меня товарищ повторушку возил, честно сказать. Но это редко. Мужик только что повторил ту же тему, что и я сделал. Заброс с закрытой шпулей.